внесли свой вклад в сохранение Великой Русской реки. В Самаре береговую линию Волги очистили от бытового мусора. Представители городской думы, члены молодежного парламента и волонтеры собрали пластик, бутылки и пищевые отходы. К экологической акции присоединилась Ксения Баканова. Дождь и слякоть – не помеха. На ногах – резиновые сапоги, в руках – мусорные пакеты. Представители городской думы вышли на берег Волги, чтобы навести порядок. Организаторы отмечают, тянуть с уборкой не стоит, ведь на ГЭС уже завтра начнется сброс воды. Поэтому сегодня, так сказать, от красноармейского спуска до Красной Глинки, значит, вот мы трудимся в большом составе. Каждый год желающих поработать становится больше. Значит, ну и, к сожалению, мусор тоже еще имеет место быть. Свой вклад в экологию вносят и волонтеры. Собирают пищевые отходы, бутылки и пластик. В этот раз удалось поймать даже крупную рыбу. Матрасу для сна явно не место на берегу Волги. Если об этом не думать, если этим не заниматься, то, конечно же, со временем, с годами все может достичь критического уровня. Вот. Поэтому очень важно поддерживать чистоте места, где мы живем, в том числе родную реку. Акция ежегодно проходит в рамках месячника по благоустройству. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.